Думала, какое же видео выложить на канал, потому что ремонта никакого большого у меня не было. Ремонтирую то одно, то другое, все по мелочи. Хорошо, что пришла посылочка. Сейчас мы сделаем распаковку и посмотрим, что в ней. Эта посылка пришла Авито доставкой, Воронежская область. Здесь американская винтажная куколка. Сейчас посмотрим, какая. Авито доставка совсем недорогая доставка. Они делают скидку большую в большинстве случаев. И вот здесь доставка обошлась мне немного больше 100 рублей, по-моему. Упаковано хорошо, нормально. Получила я посылку в магазине. Пятерочка. Ну, какая-то служба доставки. Five Post называется. Откроем, посмотрим. Вот она, куколка. Она упакована дополнительно в бумагу. И тут для уплотнения тоже лежит бумага. Продавец положил открыточку. Делайте то, что любите делать, и в вашей жизни не будет ни одного рабочего дня. Приятная открыточка. И наклеечка «Спасибо за покупку». Продавец знает свое дело. Покупала я куколку на сервисе Бэйбики. Все-таки. Вот. И оформляла через Авито доставку. Отдельно покупала куколку, отдельно оформляла доставку. Вот она, куколка. Вот такая миленькая, примиленькая. Куколка в родном платьице, в шляпке, и у нее даже есть на ручку вот такая штучка. Ну, у нее нет обуви. Но обувь будем ей искать. Так, куколка хорошенькая. Не думаю, что она совсем старая. Не знаю, какого года. Сейчас, может, выясним это, когда куколку разденем. Что тут у нас, как она крепится? А, крепится на такой гвоздик. Если мы снимем его. Булавочка такая. Гвоздик-булавочка. На ней крепится шапочка. Шляпа. Это шляпка. Это куколка. Прекрасное платьице. Сейчас мы разденем, посмотрим, как тело у куколки выглядит. Так. Я не знаю, платьице, может, стирать надо. Потому что... Ой! Но резиночки-то точно надо менять, потому что резиночки от времени, они растянулись. Так. Ой. Это платьице, тоже с юбочкой, с подюбничком. А это сама куколка. А у куклы, кстати говоря, есть панталоны, в которых нужно поменять резиночку. И чулочки. Вот такие чулочки. Так, вот она, куколка. Вот мадам Александр. Но тоже, как на куколках мадам Александр, у нее нету тут года выпуска нигде. К сожалению. Так что не понять, какого она года выпуска. Ножки у нее шарнирные. И натянута она на резиночку. Вот. Поэтому они у нее гнутся нормально. Вот. Сделана она из такого пластика. Пластик такой плотный, звонкий. Куколка называется, забыла как,
выясню, что тут написано. Три имени разных указано. Мадам Александр. Соузерн Бейль написано. Так, платье. Больше никаких тут нет. Нету никаких больше надписей нигде. Только вот на платьице. Угу. Больше нет. И какого года, непонятно, куколка. Но то, что платье стирать надо, это точно. Потому что прям видны пятна на платьице. И резинки менять. Но если резинки рассохлись, наверное, куколка, ну, не прошлого года. А какого года? Это надо узнавать. Ну, если она натянута на резинку, да? Ну, куколка симпатичная. Мы ее приведем в порядочек немножко и поставим на полочку. Ну и туфли надо искать ей, да. У меня потому что все куколки мадам Александра практически без обуви. Маленькие.